граждане должны извлечь простой урок. И надо заметить, что мы его извлекли. Это, знаете, вот как с курением. Ведь все знают, что курить плохо. Но государство призывает, не курите, там вводят какие-то там... Рекомендуют. И правильно делают. У нас в десятки миллионов снизилось курильщиков. На десятки миллионов. Это лучше, чем во многих странах Запада вообще. Так. Но никто же ведь не хватал, не сажал, не изолировал, ничего. При том, что, кстати, по данным ВОЗ, количество смертей от болезней, связанных с курением, измеряется сотнями тысяч жизней. Конечно, даже не сопоставимо с вирусом. Миллионами. Правильно ведет себя государство? Абсолютно правильно. Да. То есть человек берет на себя ответственность. Да, точно так же, если мы говорим, самоконтроль, самоизоляция, самосохранение. Это говорит само. То есть мы говорим, нужно носить маски. Личная ответственность. И, да, они, значит, кто считает, он носит. Но не надо штрафовать тех, кто их не носит. Не надо их там руки им крутить.